Твою же! Мистер Флетчер, наконец-то я имею честь познакомиться с вами лично. Меня зовут Персиваль Новак. Не расстраивайтесь, скоро вы сможете двигаться. Это было необходимо. Больной ублюдок! Ты впустил машины в город! Это тоже было необходимо, к сожалению. Видите ли, существуют определенные обстоятельства. Обстоятельства? Весь сектор! Мистер Флетчер, это было меньше из зол. Буду с вами откровенен. Городу угрожает страшная опасность. Вы можете помочь его спасти. Помочь? Я? Да, мистер Флетчер, вы особенный. У вас врожденный дар. 4 миллионам повезло намного меньше. Только 6 человек выжили после сбоя в святилище. Болезнь, которую вызвал сбой, назвали агонией Новака. Откуда вы знаете, что я... Я возглавлял отдел исследований. И это я скрыл от корпорации правду о вас. Я должен сказать спасибо? Успокойтесь, майор. Я предложил бы вам выпить, но у нас нет на это времени. Я знаю, что алкоголь, скажем так, заглушает остальные ваши субличности. Новак, не тяни. Ближе к делу. Хотите, я расскажу вам, как можно с этим ужиться, мистер Флетчер. Покажу вам способ их контролировать. Научу, как обратить это себе во благо. Я фильтрую канал связи, мистер Флетчер. Никто не услышит то, что я вам скажу. Корпорация не спаситель человечества. Но вы можете им стать. Если вы не согласитесь, все будет потеряно. Результаты моих и ваших трудов — миллиарды личностей в святилище. Вам приказали убить меня. Приказ... должен быть выполнен. Стой! Зачем ты, старый урод? Верьте мне, используйте свой дар. Что же ты там прячешь, профессор? Меньше из зол, чтоб меня. Деталь установлена.
закрыто по техническим причинам. Уничтожь его и двигайся дальше.
Уничтожь его и двигайся дальше. Thank you.
терминал усовершенствования. Отличный выбор. Деталь установлена. Отличный выбор. Деталь установлена.
приветствует терминал усовершенствования. Отличный выбор. Деталь установлена.